Друзья, всем привет. Быстренько так пока с Зарой гуляем. Вопрос такой: как у вас прошло открытие на утку? Соответственно, какая обстановка по дичи и по водоемам? Про себя могу сказать, что когда утка была замечена на открытии на полевую дичь, а точнее на голубя, вот, были такие места, где небольшие водоемы, и ее было в пределах там, 50 штук даже. Вот, ну, такие стайки были. И, причем это не одна стайка, которая там курсировала в определенном месте. Ну, вот. Потом, значит, к сентябрю, к концу, вяхель стал исчезать. Утка, значит, тоже стала практически ее, ну, очень мало. Вот. А на открытие на утку, во-первых, у меня был рабочий день, я выскочил только вечером. Получилось, в принципе, открыться. Я очень этим рад и доволен. Вот. Бахнули мы с Зарой уточку. Все удачно. Тут же стемнело, в принципе. И со спокойной душой, как бы, что все у нас получилось, мы все-таки как бы отправились домой. На эти выходные я бегал. Утки уже в разы мало стало, потому что на тех же голубях, вот кто мои ролики смотрел, вот, пока я сидел на голубе, утка курсировала, летала, причем это было так не сильно и рано, поэтому хватало как бы времени бы, если бы охота была открыта, поохотиться хорошо. Вот, поэтому по утке я ездил в воскресенье и понедельник. В воскресенье, можно сказать, было замечено вообще ее чуть-чуть на большой воде, как бы на чистом. Водоемы повысыхали в половину, наверное, могу сказать. Вот. Но там, где вода была, почему-то она особо с камышом, она особо не курсировала. Тоже после очередной проверки водоема с Зарой, я был удивлен, когда селезень вылетел из-за сливной такой между чеками, где плотина, ну, дренажная или как ее назвать, в общем, бочка такая квадратная, вот, из-за нее вылетает этот селезень. Ну и все, я так, конечно, мозг у меня заработал быстрее, чем моторика, поэтому мозг уже давал указания, стреляй, это же утка, то, что нам надо. Ну, в общем, селезня мы взяли с первого выстрела, красиво. Вот. Ну, утки скажу, что как бы в разы меньше. Вот. И интересно, какая обстановка у вас, как вы открылись. Понятное дело, что я ездил тут по месту, не на какие-то там большие водоемы, как Веселовское водохранилище, как бы там, конечно, маныч. Там утки, конечно, в разы должно быть мало, больше. Хотя некоторые написали, что там, где утки всегда много было, в таких вот типа местах, ее практически нет. Вот какая обстановка у вас? У нас это Ростовская область. Вот, пишите, пожалуйста, оставляйте комментарии. Просто интересно, насколько эта вся тенденция как бы, ну, актуальна. Северной, я так полагаю, нет. Хотя многие стреляли уже широконоску, еще какую-то. Ну, просто я не знаю, мне не говорили какая. Просто знаю, что клюв широкий, типа кряква, широконос. Вот, это, в принципе, считается как не местная утка у нас, а перелетная. Ну, я считаю, что для перелетной еще как бы вопрос не стоит. На днях тут вяхерь нас атаковал, большие стаи, там прям сотнями шел. Вот как раз кум попал. В субботу днем, говорит, сотни прям были. Он там тоже выбил 4 штуки, по-моему. В воскресенье я поехал. Тоже, ну, можно сказать, с одного подхода я подошел, сидит стайка, стреляю по сидячему, они взлетают. В общем, получилось 4 выбить, как бы. И потом еще одного добрать, для до нормы 5 будет. Ролик этот будет на днях. Вот, а поехав в понедельник, уже вяхеря, можно сказать, вообще не застал. То есть какие-то единичные случаи, там тройка, там 5, как бы. И все, зато удалось на куропаточку, на стайку набрести. Тоже вот как раз куропатка стаек была. Стайка куропаток получилась тоже с 2 выстрелов 3 взять прям удачно. И потом селезень. Поэтому смотрите, как это было. Ну, а вопрос такой, как у вас прошли открытия на утку? Что с дичью? Как обстановка? Давайте, ребята, всем удачи и пока. Ни пуха, ни пера. До новых встреч, друзья. Пока-пока.